Друзья, снова здравствуйте. Мы вам принесли в клювике новиночку. Шкафчик называется «Клепсант». С пылу с жару. Пока мы снимали другой обзор, его собирали. Моя камера зависла. Название. Ой, честно, бежала прям на крыльях ночи. Нужен нам сейчас определенное место шкаф. И вела Диму за руку. Дима, мы его сейчас купим. Сразу скажу, мы не купим. И расскажу, почему. Пойдем показывать. Значит, в данной линейке на данный момент представлены три модификации. Вот такой вот шкаф. Трехстворчатый. Ну, и заменили наш любимый шкафчик за 2799. Все, меня... Ну, спать иногда надо по ночам. Меня вырубило. Нет, я хотела показать сначала конфигурацию, потом рассказать. Показываю. То есть вот такой трехстворчатый за 7000. Ну, кстати, с купоном 25%, 5500. Кстати, купон-то все получили? Икеаманы? Я получила. В октябре пойдем тратить. Дальше вот такая вот секция за 2500. Ну, артикулы номера все есть на сайте. То есть товар уже на сайте представлен. Окей. Значит, за 2500. И вот такой вот просто двухстворчатый. Пока Дим показывает там, я покажу здесь. За 5. Ну, на этом, наверное, плюсы-то и заканчиваются. Цена плюс, цена огонь. Высота 1,76 м. Я 1,70 м. Видно, да? Шкаф реально низкий. Дим, когда его увидел, начал смеяться и говорит, что за шкафчик детский сад. Ну, правда так выглядит. Теперь давайте смотреть по качеству исполнения. Верхняя панель, нижняя панель, боковая панель, полка, цоколь. Это все у нас ДСП и бумажная пленка. Прям вот самая дешевая бумажная пленка. Его собрали, ну, минут, наверное, 10-15 назад, да, Дим? То и да, слышно было, мужики собирали. И вот смотрите. То есть уже есть, да, коцки, уже есть сколы. То есть это вот до такой степени сделано прям вот на отвались. И как он себя покажет, и как он выдержит хваленую икеевскую двухлетнюю гарантию, я не знаю. Если не трогать. Если не трогать и не пользоваться. А глубина у нас... Глубина у нас даже не прилеплена к этикетке. А глубина 55 сантиметров. То есть и не пакс, и не опухоль. Ну, ближе к опухолю глубина. Можно, в принципе, задумка, я считаю, интересная. Да? То есть отдельный дополнительный этот модуль, который можно совместить. Ну, не знаю, вот то ли ручки менять надо. Ну, вот простой, как пенек. Даже тадален выглядел приличнее. Да? Оказался наш родной отечественный. Да, даже наши родные отечественные опилки доленовские выглядели приличнее. А что у нас входит в комплектацию за 5000? Штанга. Можно поставить еще одну дополнительную полку. Причем перфорация, видите, да, удешевлено по минимуму. То есть ниже уже перфорация вот прям вот, вот чуть-чуть. Здесь в серединке здесь нигде нет. Хотя, например, я, может быть, хочу переместить и... штангу раз, штангу два без вот этой полки, а полку наверх закинуть. Ну, увы, выбор сделал производитель сразу за меня. Я это дело не люблю. И всегда, когда мы, допустим, с клиентами, да, по Икее беседуем, я говорю, что, например, тот же ПАКС, ну, любой, как бы, практически икеевский шкаф, вы можете сделать под себя, это конструктор, под ваши потребности. Штанга. Блин, ну, вот, ну, реально, как бы, удешевленное все. Может быть, все-таки ценник, да, за 5000 шкаф не купишь по такому принципу, там, съемную квартиру, в общагу. Просто, ребят, не знаю, выдержит ли он 2 года эксплуатации, вот к чему. Петли. Так, звук. Ну, петли, конечно, прям. Ну, ничего не хочу, тоненькая стеночка. Стеночка сантиметр. Может, все-таки его купим? Нет. Дима сказал нет. Берем время. Так, и пойдем покажем трехстворку. Ну, трехстворка прям вот примитивная-примитивная. Его, правда, если обыграть ручками, как-то вот как не доделаешь, что ли, да, смотрится. Да, бастрак был хотя бы 1,90 м. У него полноценная высота была, он брал высотой. А здесь как-то вот обрезаешь такой. Вот, кстати, шпон, да? Не, какой шпон, бумажная вот эта пленка. То есть это после... нескольких минут сборки уже такое. Соответственно, не закрытые нигде заглушки. Ну, эти крепления.
Получается то же самое, то есть разница, да, в закрытой и открытой секции, только там разделенная, здесь целиковая. А так все то же самое, что вот у того модуля, который мы смотрели. А, полки здесь нет большой. То есть, если сюда полка нужна, за 400 рублей вы просто докупаете полку. Штанга точно такая же. И решили мы сравнить с Бримносом, потому что изначально мы хотели покупать Бримнос, но с 25% скидкой. Мы Гаганоми тоже любим. Вот. И в итоге все-таки мы будем брать Бримнос. Этот шкаф у нас живет дома уже давно. Нам просто нужно в другое место. Да, Бримнос тоже не идеален. Бримнос, кстати, что-то так как-то так неаккуратно кто-то так собрал. Ребят, Нижний Новгород, ну, блин, как-то покупателей-то любить надо своих. Где полки-то? Человек откроет шкаф и скажет, что за порнография. Ну, во-первых, здесь уже потише ход. Стукается. А... Да, так же. Ну, вот... Стеночка чуть потолще, да, у Бримноса. Бримнос стоит 9 тысяч. Конечно, когда Бримнос стоил летом 6 тысяч, надо бы его было, Дима, брать. С руками и ногами. Тоже ДСП и бумажная пленка. Получается, бумажная пленка, бумажной пленки рознь. Хотя... По текстильным ощущениям. Этот просто тоньше. Весь сам по себе тоньше, менее интересный. Линейку возьми. У нас получается полтора. У новенького шкафчика полтора. Угу. Я вот сейчас параллельно думаю, ну, наверное, был бы он хотя бы чуть-чуть повыше, да? За эти деньги как-то. Так, а, здесь видишь, то есть он удешевлен так, что даже двери не закрытые, а... То есть здесь же... Почему как бы Бримнос смотрится более цельным? У него двери закрывают все каркасы, а там двери как бы в каркасах внутри. Двери и... давай. А стенка, думаю... Нет, дверка. Как мне померить-то? Ну, дверку померяй, они же одинаковые. Тоже 1,5 дверка. Так, опытным путем выяснили, что разница по толщине стенки 1,5 миллиметра. Судя по икеевской ленточке, у нового полтора, у... Бримнос? Да, 1,5 сантиметра, то есть, ну, 15 миллиметров, да, получается? И 16,5 миллиметров толщина. Вот даже 17. Ну, практически 17, Дима говорит, у него получилось. Вот, я сейчас стою и думаю, чем мне этот шкаф не понравился. Наверное, просто совсем он как бы простенько смотрится и... Ну, не знаю, вот если, допустим, с купона брать, да, 25% скидку, он там 5 с хвостом получается, может быть, более-менее за 5 с хвостиком. И то не себе домой лучше. И то не себе домой, да. Как-то прям, знаете, печалят то, что Икея раньше выпускала все-таки... Нет, можно купить, добавлю, но напрашивается наверх что-то добавить. Ну да, каких-то коробок. Хотя бы смеку тут же тоже поставить, да? Ну и что-нибудь это же. Больно он скучный. Скучный, прям совсем скучный. Печалит то, что Икея, да, как бы, ну, пытается сохранить ценник, но товары становятся прям вот все примитивнее и примитивнее. Раньше интереснее. Мировая? Да. Или кстати, друзья мои, мы, получается, через... Короче, в начале октября, потому что я же там, да, видишь, у нас не день в день выходит. В начале октября мы едем на обучение в Икее, вообще в Стамбул. И выделяем специальный день для съемок, для вас. Будут прогулки по Икее Стамбул. Будем сравнивать и попробуем найти диванчик Брисунт, Гердап. Вот такой вот чудо-шкафчик. Будет, не будет вообще такой товар, хотя бы, да, там, в Турции. Я не говорю уже про Европу. Кстати, у нас же подписчики вы со всего мира и... Вот недавно, да, переписывались кто с Италией. Мы встретимся. Да, кстати, можем организовать встречу, кто в Стамбуле. По этому поводу отдельно в инсту пишите. Ребят, кто с Европы, с Америки, есть ли у вас вот такой вот, появился ли у вас вот такой вот, ну, как бы шкафчик. Не хочу хамить его, потому что пока непонятно, как он себя поведет. Может быть, рано я ему предвзятый минус даю. Нужно смотреть. Ну, вот даже все-таки по... Кстати, вот... Давай-ка я вот это покажу. Здесь получается пленка бумажная, она как бы вот обтянута, да? Там просто наклеена и все швы открыты. Здесь усилен пластиком шов.
и дверь сама более обтянутая, поровнее. Поэтому, может быть, тоже еще как-то с точки зрения эстетики. Ну, собирают, конечно, нижегородские сборщики. Да он не ругает. Ладно. Тоже понятно. Люди на работе. Пусть работают. Ну все, до встречи. А может, расскажем про... Про что? Ой, ну пошли. Ну, накипело же. Да, ладно. Короче. Друзья мои. Это те друзья, которые не друзья. Как говорят, таких друзей сдают в музей. Хочу повторить очередной, во многоочередной раз. Мы не сотрудники IKEA. Я не дочка директора. Не надо мне хамить, обзывать там бабой и матом писать в личку. Ребят, мне пофигу, честно. Каналу 2 года. Становление, эмоции, слезы, сопли, мы все пережили. Пишут честно везде. ВКонтакт, в Инсту, WhatsApp, Вайбер, потому что мы не скрываемся ни от кого. Прям даже с матом. Обкладывают меня пи-пи-пи. Похрену, просто блочим. Друзья мои, не тратьте время. Ну, не надо создавать отрицательную эмоцию себе. Мне все равно от меня отлетает. Мы делаем это для себя в первую очередь, потому что мы занимаемся доставкой товаров IKEA. IKEA своих посредников, да, которые с ней работают, не обучает ничему. С нами не делится никакой информации, ну, не считая, конечно, там каких-то вот менеджеров, да, с которыми мы лично просто индивидуально дружим, они могут чем-то поделиться. А так все мы копаем, черпаем сами. Поэтому канал был изначально создан в помощь. Это независимые обзоры глазами покупателей. Мы такие же покупатели, как вы. Сейчас вот на примере шкафа я вам показала. Мы реально приехали, ну, мы приехали за заказами в Нижний Новгород, всегда выделяем 2 часа времени. Могу даже, кому интересно, рассказать график наш, да, вот, допустим, в среду я приезжаю в офис к 8 утра, и уезжаю я из офиса в 4 утра следующего дня. Заезжаю домой, моюсь, и мы едем, то есть в 5 утра мы обычно выезжаем. В 10 утра мы приезжаем в Нижний, то есть у нас 4,5-5 часов уходит дорога, ну, это с учетом заправки, и остановиться по физиологическим потребностям. Вот, то есть от нас IKEA тоже не близко. Она у нас не на блюдечке, не в соседнем доме сидит, что мы такие вот ленивые, снять, ребят, не хотим. Нет, у нас вот, то есть вот есть 2 часа, больше физически, то есть не спав ночь, в дороге подремав, я не могу Диме тоже рулить вперед, грузить, рулить обратно. IKEA, кстати, не помогает ни при погрузке. Единственное, что сейчас, ну, у нас всегда это было, нас бронируют, частично собирают, частично собираем сами. Вообще в этом плане с сотрудниками личностные отношения с Нижним Новгородом у нас... Я их очень люблю. Ну, с теми, да, с кем мы дружим, ребята, всегда большой респект, огромный. Вообще спасибо за помощь, которую вы оказываете нам лично, которая не входит никак в вашу должностную инструкцию, компетенцию. А еще такое интересное слово в IKEA используют, брезгливо кидая во всех посредников, которые приезжают вообще во всей России, пофигу, это терминология, причем официально на уровне IKEA, документально, мы перекупы. Вот мы вам регионам привозим, мы перекупаем то, что мы с вас берем процент за свою услугу. Вот так. Поэтому давайте быть позитивными, давайте не будем друг другу хамить, давайте дружить. Все, кто к нам обращаются, прекрасно знают, что я всегда помогу в любое время, если я в сети я там и до утра, я помогаю, чем могу. Поэтому давайте все-таки менять, да, положительную эмоцию на положительную, потому что когда ты отдаешь, а тебе в ответ хамство, ну, не сильно хочется отдавать. Это так, минутка лирики. Я, честно, не хотела, как бы, ну, накипело у нас немножко с Димой вместе, поэтому я вот эмоции вам по этому поводу выдала. Всем легкого дня, приятного просмотра. Надеюсь, что у нас теперь войдет в постоянку вот эти наши воскресные встречи, воскресные стримы, где вы можете получить уже индивидуальную, глубокую консультацию и без ущерба, да, по времени, ни для вас, ни для нас. Ну что, все. Всех люблю, пока.